Неосторожное обыходжение с огнем при курении стало максимой причиной пожара у Гомеля, який отбылся сегодня ночью. Когда выратовальники прибыли на место здарения на початку 4-й годины, назиралось мощное задымление на другом поверсе 9-этажного дома по улице Богдановича. Господиня кватеры разом с сыном находилась на лестничной пляцовце. Мужчина после огляду медиками был доставлен в больницу с диагнозом отручивания продуктами горения. У вынику пожару пошкоджена майомость кватеры.